Один жестокий царь издал такой закон: всех старых людей убивать. Старики не могут ни жать, ни пахать, ни деревья рубить, говорил он. Только дома сидят, хлеб даром едят да под ногами путаются. И вот царские палачи засучили рукава и взяли топоры в руки. Всех стариков переказнили. Остался в той земле только один старик, отец некоего боярина. Пожалел боярин старика отца, не выдал его палачам, а спрятал в тайнике и там кормил. Никто про него знать не знал, ведать не ведал. У жестокого царя был вороный конь, да такой норовистый, каких свет не видывал. Не то что обездить его, а и подойти-то к нему никто не смел. Жила в царском дворце одна знахарка, хитрая баба. Раз спросил ее царь, как обездить коня. А она ему в ответ: как обездить? А прикажи, государь, своим боярам свить аркан из песка. Заарканишь своего вороного коня песочным арканом, станет он смирной овечке. Созвал царь всех бояр и объявил свою волю: завтра же доставьте мне аркан из песка. А если явитесь во дворец без аркана, я вас всех до единого переказню. Разошлись бояре, повесивши головы. Никто не понимал, как это можно свить аркан из песка. Среди бояр был и тот, кто спас от казни своего отца. Вернулся он домой, вот старик его и спрашивает: что закручинился, сынок? Боярин рассказал, чего требует царь. Только и всего. Говорит старик: ну, тебе бояться нечего. Завтра утром, когда вы все соберетесь во дворце, царь вас спросит, где аркан, а ты ему ответь: царь-государь, мы готовы свить аркан из песка, да не знаем, какой тебе надобен, толстый ли, тонкий ли. Дай нам образец. Сын исполнил отцовский совет. На другой день выслушал царь умную отговорку, наклонил голову и говорит: что правда, то правда, надо бы вам дать образец, да только негде его взять. И не стал царь бояр казнить. В то лето случилась великая засуха, какой на земле еще никогда не бывало. Все выгорело и травы, и хлеба. Житницы опустели, ни зерна не осталось на семена. Испугались люди не умереть бы с голоду. Царю тоже забота немалая. Призвал он опять своих бояр и приказывает: слушайте царское слово. Завтра же явитесь во дворец и доложите мне, где взять зерна на посев. А не то я с вас всех головы поснимаю. Вышли от царя бояре сами не свои. Как быть? Нигде ни зерна, хоть шаром покати. И вот видит старик тот, что жил в тайнике, сын его опять закручинился. Стал он сына расспрашивать, а тот ему в ответ: ну, отец, на сей раз и ты мне не можешь помочь. Почему? Да потому, что во всей нашей земле нет ни зернышка, а царь повелел нам, боярам, завтра же доложить ему, где найти семена на посев. Не бойся, сынок. Вот вы завтра придете к царю, а ты и присоветуй ему, чтоб он приказал крестьянам разрыть все муравейники, какие только есть в нашем царстве. Там найдут зерно, что мурафиями собрано. На другой день крестьяне разрыли муравейники и в каждом набрали по мешочку крупного зерна. Тогда царь милостиво обошелся с боярином и спросил: скажи, кто дал тебе такой мудрый совет? Не смею, государь. Скажу, прикажешь меня повесить. Говори. Ни волоса не упадет с твоей головы. Тут уж боярин признался, что спрятал своего отца, а старик научил его, как отговориться от песочного аркана, и указал, где найти скрытое зерно. И тогда издали новый закон,
Никто не смеет обижать старых людей, когда они идут по улице, каждый должен уступать им дорогу.